Так, следующий у меня пеларгония. Пеларгония Маверик бело-розовая. Заказала одну пачку всего я. Количество 5 штучек. Здесь у меня уже подготовленный контейнер, дренаж и грунт. Грунт беру для бегоний, он также подходит и для пеларгоний. Тут я для более рыхлости уже самостоятельно в него добавила пенопластовые шарики, добавочный вермикулит. Вот, и будем сейчас высевать. Также в пакетиках 5 штучек. Приблизительно на расстоянии 1,5-2 сантиметра высаживаю. Ну и при появлении 2-3 настоящих листиков я их всегда пикирую. Но это будет видео, когда они взойдут. Семена пеларгонии обычно всходят у меня дней через 8-10. Редко когда бывает, что на 2 недели задерживаются. Приблизительно вот на таком расстоянии они посажены. И сверху чуть-чуть засыпать землей. Много слишком я не засыпаю. Достаточно совсем чуть-чуть. Грунт я немножко там увлажнила под низом и пропрыскаем чуть-чуть сверху. Этого будет достаточно. Также закрываю контейнер крышечкой и поставить в теплое светлое место. Проветривать надо будет ежедневно, по полчаса давать. Лишние капельки с крышки надо будет убирать. Я это потом подпишу их все, пока они у меня идут в стороночку и на очереди следующие семена.